Остановили транспортные средства. За рулем был водитель из ближнего зарубежья, который месяц назад должен был вернуться на родину. Ространснадзор за 6 месяцев провел больше 100 проверок коммерческих перевозчиков. Нарушителям выписали 2,5 миллиона рублей штрафов. Представитель надзорного ведомства обратился к перевозчикам с просьбой, чтобы они контролировали свои транспортные средства. На Дягилевском посту задержали водителя, который должен был ездить по городу, а вместо этого перевозил представителей ближнего зарубежья, нанятых для производства сельскохозяйственных работ. Еще одна проблема городского транспорта – серые машины на маршрутах. Вы знаете цифры штрафов – 5 водитель, 30 должностной и 300 юридическое лицо. Что сейчас происходит? Вы дублируете, ксерокопируете эти карты маршрута и кладете в другие транспортные средства. Всей этой информацией мы владеем. Никто потом вас уже не услышит. Вас всех предупредили не единожды. По данным ГИБДД, по вине водителей автобусов в этом году произошло 27 ДТП. Один человек погиб, 45 получили ранения. Если в городе число таких аварий снизилось, то на федеральных трассах, наоборот, число происшествий выросло. Зафиксировано 5 аварий. В прошлом году их не было вообще. Погиб один человек, 13 пострадали. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов являются неправильный выбор дистанции. Зарегистрирован 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб один человек и ранено 9 человек. Несоблюдение очередности проезда. 5 дорожно-транспортных происшествий, 8 пострадавших. Нарушение правил проезда пешеходных переходов. 5 дорожно-транспортных происшествий, 5 пострадавших. В последнее время в ГИБДД изменили систему скрытого патрулирования. Если раньше контролировали пересечение стоп-линии, то сейчас проверяют, не отклонилась ли машина с маршрутом. Как прозвучало на встрече в тот момент, когда она проходила, и предприниматели находились в ГИБДД, на дорогах города шел такой рейд. Водителей, нарушивших правила, пригласят на беседу 1 августа, когда станут известны его итоги. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».